Привет, Велислава! Намасте, друзья! Что это ты сегодня задумала? Обрести цы. Обрести цы? Да. А с помощью чего ты хочешь попробовать обрести цы? Сон. С йогой. С йогой? Ага. Говорить попробуем. Ом. Надо потренироваться. Давай тренируемся. Давай вместе. Ом. Знаешь, что в йоге тоже есть упражнение? Какое? Сурья намаскар называется. Попробуем изобразить. Окей. Окей. Так. Давай, вставай. На ножки. Ну, попробуем сурья намаскар. Первое. Выдох. Ручки здесь. Наверх ручки, вдох. Выдох, вниз ручки до пола. Шаг вперед, вдох. Смотришь вверх. Смотри, вверх потолок. Шаг назад, ложишься в пор лежа. Вдох. И ложишься, выдох. Прогиб, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Шагаешь другой ножкой вперед, вдох. Смотришь наверх. Наверх. Подставляешь заднюю ножку, выдох. Стой, 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 выдох, ручки на полу. Вдох, ручки вверх. И выдох, намасте. Давай повторим еще разочек. Выдох. Вдох. Выдох. Шаг вперед. Вдох. Ну ладно, пусть так. Дальше назад шагаешь, упор лежа, выдох. Ложишься. Нет, это собака, а у тебя должно быть упор лежа. Ложишься, выдох. И... Или наоборот, я уже запуталась, где вдох, где выдох. Собака мордой вниз. Пяточки ставим на пол, стараемся. Шагаешь вперед другой ножкой. Шире шагаешь. Смотришь наверх. Наверх. Шагаешь нога к ноге, выпрямляешь коленочки. Ручки вверх. Вдох. И выдох. И последний разок надо обязательно повторить 3 разика. Чтобы обрести цы, надо делать спокойно, не прыгая. Хорошо? Приготовились. Намасте. Выдох. Ручки вверх. Вдох. Выдох. Шаг вперед. Смотришь вверх. Что у нас там было? Вдох-выдох. Упор лежа. Упор лежа. Упор лежа, спинка прямая, вниз легла, прогибчик, полежала так немножечко, собака, собачка мордой вниз, вытягиваешь спинку, выпрямляешь, шагаешь вперед, одну ножку, другой, да, шире, вот, смотришь вверх, подшагиваешь нога к ноге, коленки прямые, спинка прямая, ручки вверх, посмотрела наверх. И выдох. Молодец, садись. Бабочка. Используем наш кирпичик тебе для бабочки. Повернись ко мне. А нет, так останься. Так. Кладем под пяточки. Выпрямляем спинку. Удобненько. Выпрямляем спинку. Качаем коленочками. Потихоньку. Тянется? Да. Ну, давай. Ты можешь ручками давить. Хочу поскорее обрести цы. Давай. Для этого надо
чтобы тело и дух были развиты, сильные. Я бы произнесла ци и стала бы богата. Да, не надо. Так, богата духовно. О, я знаю одну присказку. Гибкое тело, гибкий ум. Ого, это ты правильно говоришь. Поэтому мы и растягиваемся. Продолжай делать бабочку на кубике. Спиночку выпрямляй обязательно. И наклоняйся вперед. Вытяни ручки вперед. Делай выдох. Ты должна постепенно опускаться ниже и ниже. Чтобы животиком коснуться... Ничего. И животиком касаемся кубика. Давай. 5 раз. На выдохе. Выдох. Ну-ка, выпрями, сделай вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох. 3 раз. Выдох. На выдохе не так больно, правильно? Тогда делаешь выдох. То не больно делать растяжку. Выдох. Прям ротиком. Ой. Дуй. Денечка, теперь вытягиваем ножки вперед. Вытягиваем ножки вперед. Вот так прижимаемся к кубику. Нет. Вот. Спинку выпрямляем. И ты должна сделать складочку до кубика. Вот так обхвати сбоку его. Или сверху. Раз. Давай, тоже на выдохе. Поверь, это будет не так больно. Делай вдох и подними ручки вверх. Вдох, выпрями спину, прогнись. Давай еще разок. Вдох, спинка выпрямляется. Выдох, схватила кубик. Умничка. Еще раз. Вдох. Выдох, схватила кубик. Вот умница, поднялась. Ничего, еще разочек, вдох. Обретаем внутренние ци. Но я хочу поскорее проверить. Ну, так надо сначала позаниматься и не один раз. Я хочу проверить, как ци. Да, ты проверишь в конце тренировки. Давай. Вдох, ручки вверх. Спинку выпрямляй. Выдох, умница, еще. Это было 3 раза, еще 7. И... 4 выдоха. А сколько? 10 надо сделать. Ну давай, поднимай. Дотянись, подними. Вдох. 5-й раз. Сколько я сделала? 5. Еще 5. Еще 5? Да. А потом будет еще 4, потом еще 3, потом еще 2, и потом еще 1, и все. Да, давай. Можно потом проверить? 6. Нет, еще мы не закончили. Но я хочу проверить. Ну, проверишь. Если не работает, надо будет продолжать. И 7. А вдох, ручки вверх, забываешь? Ты мне скажешь. А ты что, как это проявится? Как я узнаю, что у тебя ци? Ну, если светится рука, ты мне скажешь. А, ну ладно. Давай. И 8. Я уже сделала 8 раз. 9. Еще 2 раза. Да. И ручки вверх. Долго-долго, 10-10, лежим-лежим, давай. Легла, лежишь, 10, что тут? 1, 2, расслабься, 3, почувствуй свое тело. Давай. Если болит, значит, ты жива. И дыши, 1. Нет, ляг и лежи, расслабься. Йога – это расслабление. Лежим. 1, 2. 6, 7, 8, 9, 10. Ну, показывай свою ци. Нет, пока не светится. Еще надо тогда будет потянуться, и тогда будет светиться. Давай, садись ножки в стороны. Ну, я же не могу увидеть. А мы увидим. Ты мне скажешь? Я тебе скажу. Садись ножки в стороны. Ну, и не... Так, тянем вперед. На кубик ложись. Кубик двигай от себя. Нет, кубик двигай вперед.
Ложись полностью. Раз. Заодно плечики тянешь. И ножки. Два. Три. Да мне даже совсем не больно. Четыре. Молодец. Вот тут немножко покачивайся. Ты должна лечь вот эти места на пол. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Выпрямилась. Теперь положим вот сюда, под пяточку, кубик наш. Вот так. А эту ножку согнем в колени. Вот так. Да. Вот. Ложись вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Подбородок никого не касался. Семь. Восемь. Девять. 10, выпрямляешься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Теперь ручка на животик, не ручкой, тянемся к ноге. Вот так стопу сократи и схвати за пальцы, за свои. Вот, ты должна увидеть потолок. Я вижу потолок. А плечико вообще-то должно лечь на пол. Ой. Перед ножкой. В идеале. Зачем вот ты заворачиваешь вот так ногу? Тебе больнее будет, между прочим. Попробуй еще раз. Держи ровно на пяточке. А потом проверим после этого. Нет, еще вторую ножку надо. Раз. А после второй два, ножки проверим. Три. Четыре. Ручку нижнюю вытяни. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10. Теперь развернись двумя руками к ноге, схватись за кубик. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ну почему ты опять лбом? Ты всегда должна стремиться подбородком к ноге. Вот так. Давай, давай. Вот, теперь вот так сидишь, ручки на пол поставь. 9-10. Вот сюда ручки поставила. Одна сюда, другая сюда. И вытягиваешь заднюю ножку, шпагат. И сидим. Раз. Кстати, садись, у тебя остался миллиметрик. Вот умничка. Два. Сидим. Три. Четыре. Спинку выпрями, не надо ложиться. Пять. Туда смотри. Не на меня смотри, туда. Шесть. Коленку заднюю тоже вытягивай. Вот, давай. Вот, умничка. Все, сиди туда, смотри. А вытяни переднюю ручку вот так вперед. Другую, другую, другую. Сидим. Теперь легла вперед, за кубик схватилась. Колено сзади поставь правильно. Ножку сзади разверни на коленку. Так, теперь сгибай коленку заднюю. Хватай рукой. Вот это да. И. Вот. Давай, давай, давай. Поднимай ее вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Что так медленно? Пять. Шесть. Ну ты же на йоге. Семь. Восемь. Девять. 10. Выпрямила. Умничка. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. К согнутой ноге. И 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9-10. Ручка на животик, верхняя рука до ноги. Давай и плечиком до ноги. Раз. Только не заворачивай стопу. Пальцы торчат вверх. Смотришь в потолок. Раз. Два. Вытяни нижнюю ручку. Три. Я смотрю в потолок. Нижнюю ручку выпрями. Я смотрю в потолок. Ну, руку-то выпрями. Локоть.
Вот, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь двумя ручками поворачиваешься к ноге. И подбородочком ложишься. Давай. И цы. Терпение. Ну, я хочу проверить. Ну, так ты сначала сделай, натренируй свое терпение, потом проверишь. И раз. После этого проверить. Не надо шпагат. Пока не шпагат, так же сидишь. Просто ложишься на ножку. И раз. Подбородком, не лбом. Два. Три. Четыре. Пять. Что так медленно? Шесть. Не спеши. Семь. Восемь. Девять. 10. Вот теперь шпагат вытягиваешь ножку. И раз. Давай, свой левый шпагат любить надо. Надо садиться до пола, как и на правом. У тебя остался миллиметрик. Вот, умничка. Просто тебе, наверное, лайков не хватает, да? Не хватает лайков, чтобы шпагат был? Ребята, у меня мало лайков. У меня так шпагат не растет. Ну-ка, быстро себе ставь. Так, здесь еще. Ну давай, шпагат делай. Делай, считай. На сейчас будет. Делай ровно. Ой. Давай, до 10 считай. И ручки по сторонам. Раз. Два. Ну, да, вот, умница. Три. Четыре. Спинку выпрями. Пять. Ну, сядь и сиди ровненько. Шесть. Спинку выпрямляй, не надо лежать на ноге. Семь. Девять. Где твои цы? Покажи мне свои цы. Нет, я имею в виду, что ты должна показать своим действием сначала, а потом уже ножку, ручку покажешь. Выпрямляй коленку скорей. Давай, садись. Вот умничка, супер. 10. Сгибай коленку сзади. Хватай. Это? Ко мне, от которой. Да. Давай. Умница. Давай, заворачивай ножку вверх. И раз. Давай. Так ты сядь. Нет, ты что так? Сядь. Вот. Шпагат. Сядь и ногу заверни. Так а зачем ты поднимаешься? Там не надо попу поднимать. Как сидела, так и сидишь. Давай. Шпагат сидела, просто согнула коленку. Что же это за клуб такой? Да где ж твое цы такое? Давай. Ребята, а из какого мультика энергия цы? Кто знает, напишите в комментариях. Мы никому не скажем. А вот кто скажет первый, из какого мультика, мы тому сделаем сюрприз в сообществе. Да? Да. Давай, садись еще раз. Шпагат, загибай свою коленку. Вот, красиво. И согнула, и подняла. И сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здорово. Ну, проверь цы. Ты мне скажешь, если светится рука. Хорошо. Нет, пока не засветилось. Знаешь почему? Почему? Потому что мы с тобой не потянули стопы. А ну вот так после... давай потянем. Ну давай потянем. Тренер, стоп. Спиночку выпрямляем. Обязательно с прямой спиной. Как на лошадках ты сидишь. Я же не на лошадках. Ну а представь, что ты тренируешь спинку для лошадок. Я же не держусь. Так ты руки вытяни вперед. Нет, на воздух. И считай до 10. Спинку еще выпрями. Спинку, Велеслава. Видно горбушку твою. Представь, что ты на стульчике сидишь. На стульчик с прямой спинкой. И ты с прямой спинкой. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ручки вверх. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10 наклонов и выдох. Раз. Ой, кругленькой спиночкой. Ручки сразу вверх. Сначала животик, грудка, подбородок. И животик, грудка, подбородок. Умница. Два. Выпрямилась, сразу спинку выпрямила. Нет, с прямой ручки вверх. Живот, грудка, подбородок. Ой. Достала? Да. Класс. Да, еще. И живот, грудка, подбородок. Ой. Еще раз достала? Угу. Давай. Надо 10 раз. И 3. И 7. Сколько еще раз надо сделать? 7. 10 минус 3 сколько будет? 7. Вот. А 10 минус 4? 6. Давай. И 5. 10 минус 5. 4. И 3. И 2. И за последним зафиксировалась и лежишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Ну, проверяй. Ну, сначала сними. Ну, ладно. Ну, давай, проверяй. Вау, светится, Велислава! Ура, ты добилась ЦИ! Здорово! Я мастер ЦИ. Классно! Ну все, теперь можно отдыхать. Да! А где мы, кстати, тренировались? Где мы с тобой сейчас? В доме, на участке. Это же наш домик, который строится. Да! Скоро мы здесь будем жить. Скажи. Ребята, развивайте свои ЦИ. Всем пока! Пока!